Вот, наконец, настал тот час, когда я здесь и вижу вас. Вот, кого ж я вижу? Пока никого. Так, ребята, кто меня видит, слышит, ощущает, давайте отмечайтесь. Программа в 21, к вашим... Песня в 21. Песня в 21, поправляет меня наш оператор эфира. О, Модеста, я вижу Соколова, нашего эколога петербургского, знаменитого петербургского эколога Ксению Черчилл, Ольгу Рыбина. Вот трое уже вышли, пошли лайки. Так, итак, я вас вижу, ощущаю. Вижу, ощущаю. Алекс Гор, Мария Машенька Кельман нарисовалась. Такая хорошенькая девушка, которую мы все барды ее очень любят. Загадочная девочка Маша. О, а сегодня будет песня Марии. Я думаю, чего это она на это самое нарисовалась? Маша, да, будет сегодня спета песня Мария. Именно этим будет ознаменован сегодняшний день в истории. Ну, кроме того, что я сегодня спою эту песню, а я пою песни каждый раз только раз, вот надеюсь, что в конце концов я вам спою весь репертуар, и каждый из вас найдет то свое, что попадет ему, ну, куда-нибудь, куда попадет. Вот. А сегодня у Димы Карпа день рождения. Правильно? Да. Правильно. Вот я этого не забыл. Дима Карп – это Автомайдан. Это, в общем, это Украина. Это борьба за светлое будущее Украины. Здоровья ему, счастья. И Катерине привет. И Строю привет. И кому там? Денису, естественно, привет. В общем, всем, кто этим делом орудует, кто действует, кто стоит героем, когда мы говорим героем славы, я подозреваю немножко вот этих парней и девчонок. Итак, что, я разоболтался. Чем будет еще знаменит этот день в истории? Он еще знаменит тем, что сегодня, в эти дни прям решается судьба улицы Тележной улицы, которая примыкает к Невскому проспекту. Ну, грубо говоря, это наступление этих путинских друзей, этих прихвостней. Они хотят ее уничтожить, снести и, естественно, там запрудить и превратить наш город в каменные джунгли, в духовку. То есть снять маленькие домишки, исторические дома. Вот, а построить, естественно, как можно больше выжить из этого. Вот. Но за дело взялись градозащитники. Возглавляет эту историю Александр Сокуров. Вот, в принципе, минчонок Юля. И, в принципе, Сокуровым, я этим даже горжусь, нам удалось отбить один сквер на улице Лесной Петроградки. Вот. И я думаю, что дело нормальное. Сегодня там дежурили поэт Татьяна Вольская. Фамилия какая? Вольская. И Наталья Сивохина. Да, сегодня с покатами. Я хотел тоже пойти, но мне сказали: Миша, ты у нас типа тяжелая артиллерия, мы тебя прибережем для специального случая. Вот, ну все, я рассказал вроде как о чем. Так, Анна Аркадьевна Шагатская. Приветствуем. Вы, ребята, обязательно оставляйте чего-нибудь, вот какую-то точку поставьте в комментах, иначе потом все исчезает, я не могу понять, кто был в эфире, кого не было. Итак, такая непростая песня. Маша Кельман еще с нами? И не забудьте поделиться. Не знаю, с друзьями, с подругами. И мы скинем, обычно мы скидываем еще текст потом в комментах и аккорды. Вот это непростая песня. Мария, не печалься и не злись. Мария, не печалься и не злись. Выходишь замуж, за тебя спокоен. Мария, не печалься и не злись. Конечно, плотник, он полезнее, чем воин.
спокойный быт, размеренная жизнь. Иосифу скажи благая весть. Иосифу скажи благая весть. Почтовый голубь мой летит через пустыню. Скажи, что он принес благую весть. Я за тебя умру, как за святыню. А хочешь, объясни все так, как есть. Мария, 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 Мария. Возможно, лучше выхода и нет. Наверное, лучше выхода и нет. В деревне вашей, где козлы да звери, конечно, лучше выхода и нет. А этот точно в голубя поверит. Он славный плотник и в душе поэт. Всегда. А наш отряд в походе, как всегда, проклятый Ирод над страной глумится. И наш отряд в походе, как всегда, твое лицо мне каждой ночью снится. Я помню нашу встречу у пруда. Закончились снаряды и вода. Тебя я не увижу. Вот такая эксклюзивная песня Натальи Кучер-Вежи. Наталья, привет. Вот Илья Вардиев. А, у его жены, у Натали, давеча день рождения был. Натали, привет, салют. Так, чего я еще не успел сказать? Днем матери. А, елки-палки, моталки. Зачем я эту песню-то пел? Это поздравляю всех с Днем матери. От всех наших отцов, молодцов и подлецов, всех матерей моих, детей, будущих детей и их детей, матерей, вы все поняли, да? В общем, поздравляю с Днем Матери. Матери – это хорошо.
Молодцы вообще-то тоже. Отцы. Хорошо, всех обнимаю. Песня 21 была с вами. Подписывайтесь на канал. Все это будет продублировано ВКонтакте, в Фейсбуке, в Одноклассниках и в этом... Как он? Ну, самолетик. Нет, в Инстаграме, да? Телеграм. В Телеграме и Инстаграме. В общем, все это будет продублировано. Делитесь, делайте всегда по песне, чтобы вы могли легко и ловко найти именно ту песню из того, что я понаписал, которая вам по душе. Спасибо, мои родные, что были сегодня с нами в программе. Так, я сказал, да? Нет, Денис сказал, что оператор нашего эфира, как обычно, как всегда, Елена Пинчук. Сказал. Сказал и скажу дважды, потому что она этого заслуживает. Если бы не она, ничего у нас бы не получилось с вами. Все, до следующих встреч в эфире и не только. Маша, ты еще с нами там? Мария. Пока. Пока.